Друзья, в этом видео мы посмотрим, как делать заказ в интернет-магазине компании через мобильную версию. Заходим в браузер, в данном случае это Google, пишем «Сибирское здоровье», вот открывается сразу «Сибирское здоровье». Нажимаем сверху ru.siberianhealth.com. Если вы в другой стране, у вас будет «Сибирское здоровье», например, в другой стране написано, да? Вот, открывается сразу главная страница сайта, это интернет-магазин. Если мы будем вот эти вот баннеры листать, это будут основные акценты, на что нам рекомендуют специалисты обратить внимание. Вот детокс-марафон, дальше «Осенний щит», можно нажать подробнее, посмотреть. «Настрой свой иммунитет», можно нажать подробнее. Новинка «Живи активно, двигайся свободно». Опять же, если мы вниз пролистаем, будут рекомендации для нас, какие-то комплексы, иммунобокс, пульсбокс, вниз пролистаем, будут хиты продаж. И дальше информация о компании. Откроем Wellness, дальше можем ознакомиться с компанией, соцсети, полезные статьи. В верхнем левом углу мы видим три черточки. Нажимаем на три черточки, и здесь нам нужно будет авторизоваться. Нажимаем «Вход». У каждого при регистрации был номер соглашения и пароль. Указываем номер соглашения и пароль. Вот у меня пароль запомнил, вы свой пароль введете. Нажимаем «Войти». Происходит авторизация. Отлично. И тут сразу открывается раздел интернет-магазина. Смотрите, здоровье. Здоровье. Мы можем выбрать либо по назначению, допустим, мы ищем витамино-минеральные комплексы, либо серия, если мы сразу знаем, что мы хотим найти. Давайте в данном случае посмотрим по назначению. Допустим, нам нужно сейчас для иммунитета. Так, что у нас есть? Сильный иммунитет. Вот, пожалуйста, четвертая строчка. Нажимаем. Сильный иммунитет, и у нас открывается страница, где конкретно представлены все продукты Siberian Wellness для иммунитета. Здесь мы можем посмотреть, нажать, вот, допустим, на Вамин, нажать на эту карточку продукта. Открывается данный продукт. Здесь мы можем сразу, кстати, поделиться ссылкой реферальной в любой из мессенджеров, отправить именно на этот продукт. Допустим, я сейчас нажму WhatsApp, вот, смотрите, что будет. Все, и здесь я выбираю, в данном случае я, допустим, статус отправлю. Вот, пожалуйста, реферальная ссылка. Так, ну мы возвращаемся к другому, да, мы возвращаемся к продукту. Здесь у нас есть о продукте, читать полное описание можно прочитать, из чего состоит и для чего примечание. Здесь же есть свидетельства, сертификаты, презентация именно антиоксидантного комплекса Новамин. Состав есть полный, из чего состоит, с процентным содержанием, с адекватными нормами употребления и отзывы. На данный продукт у нас целых 107 отзывов, смотрите. Вот, давайте попробуем его сейчас заказать. Мы добавляем его в корзину. Он добавляется, товар успешно добавлен в корзине. Вот, он находится в корзине. У меня там было еще кое-что, поэтому уже вот такая вот сумма. И дальше, допустим, опять же, для защиты иммунитета, мы смотрим защиту иммунитета. Здоровье, сильный иммунитет. Да, мы смотрим здоровье, сильный иммунитет. Мы можем взять еще иммунобокс в корзину. Тоже добавляем одну штуку. Тоже товар успешно добавлен в корзину. Пролистываем вверх, видим сверху корзина. Вот есть в верхнем правом углу корзина нарисована, 3855 рублей. Нажимаем. И открывается конкретно наша корзина. Здесь можно сразу посмотреть, можно распределить по пакетам, если мы хотим заказать клиенту из нашей команды, допустим. Здесь нам компания еще предлагает кое-что купить, но мы пролистываем вниз, оформить заказ. Нажимаем, открывается способ получения товара. Здесь мы либо выбираем самовывоз, либо доставка курьером. Самовывоз, я люблю выбирать самовывоз, нажимаю «Продолжить». И здесь, исходя из того, где мы авторизовались, у вас населенный пункт, у меня в данном случае Стерлитамак. Вот бесплатно я могу забрать в офисе. Кстати, в любом отделении ДПД тоже бесплатно могу. Пролистываю. Выбрано. Стерлитамак, все отлично. Пункт самовывоза выбран, самовывоз. Теперь способ, нажимаем «Продолжить». Готово. Нажимаем. Далее нажимаем способ оплаты. Открывается страница оплаты. Так, некоторых товаров нет в наличии у нас. Товаров нет в наличии. Мы можем удалить эти товары. Нажимаем удалить товары. Продолжаем оформление. Далее способ оплаты. Идет перенаправление. Здесь мы можем выбрать любой способ оплаты. Либо это виза, либо это наличными при получении. Оплата бонусами. Вводим сумму бонусов. Соглашаемся здесь и нажимаем «Оплатить заказ». И спокойно через банковскую карту оплачиваем. Либо, если мы выбираем наличными при получении, оплата будет наличными при получении, нажимаем «Оплатить заказ», и когда вы будете его забирать, вы сможете его оплатить.